Отжимы, которые у меня в наличии, я их разделил на три группы. Под цифрой 1. У них достойные валики и целые корпуса. Под цифрой 2. Проблемные корпуса, ну, достойные валики. Под цифрой 3. Проблемные корпуса и грубые валики с трещинами. Размеры и фото каждого отжима могу прислать на WhatsApp, на Viber. Thank you.